году у нас полностью новое шоу. Будет несколько новых номеров, где будут участвовать наши самые маленькие участники. Это будет и вольтижировка верхом на лошади с цирковыми элементами, будет пони-конкур, это когда лошадка преодолевает препятствия, тоже на самые младшие участники будут. И также будут дрессированные пони. В этом году будет первый номер с двумя детками с цирковой студии и одна девочка с нашего коллектива. Будут цирковые элементы сложные, то есть как бы девочки к верховой езде в принципе никак не относились раньше, но не боялись, репетировали, это будет верхом на лошади, это будут сложные элементы гимнастические, для них это сложно, для их возраста. Вот. И наша девочка тоже покажет все-таки новые результаты, новые успехи, новые тоже элементы. Два старта уже прошло у нас. Дети принимали дебют. Это вообще дети, которые никогда не принимали никаких стартов. И вот для них сегодня это был такой большой праздник, что они первый раз прикоснулись к тому, что называется конный спорт. Требования достаточно низкие, потому что, в принципе, для многих это первый старт. Поэтому это высоты были незначительные, маршрут был не очень сложный. Второй старт был связан более высокая высота для тех, кто уже был готов к этому.